Магілёўская спявачка Анастасія Дмітрачкова пакарыла журы на шоу «Голас». Дарэчы, школьніца неаднаразова становілася прызёрам шматлікіх рэспубліканскіх конкурсаў. Напрыклад, юныя таленты Беларусі, зорны старт і дняпроўскія хвалі. Васьмігадовая выканаўца займаецца музыкай прафесійна пачала 1,5 гады таму, у першым класе. А сёння яна перапявае нават сусветныя хіты на розных мовах. Менавіта французская песня «Падам» стала для Насці квітком на шоу «Голас». На першым прыпеве да дзяўчыны звярнулася журы. Мне было очень страшно, что ко мне никто не повернется. Но когда на припеве, я уже немного расслабилась, подумала, ладно, еще раз поеду. Ну и тут бац, у меня повернулась Пелагея. Конкуренты были на самом деле очень сильные, но мы тоже, Настей многие восхищались. За кулисами на самом деле ходили и просили, чтобы она показала какие-то моменты, как у нее получается. Педагоги ходили у меня, спрашивали, как у меня получилось вырастить такой маленькой девочки, вот такую певицу. We'll be right back.